ребят поздравил с победой, с окончанием чемпионата. Ну, сказал, что все-таки нельзя так играть концовку, нужно стараться игры доводить до логического, так сказать, завершения. Потому что, в принципе, первый тайм 4-0, второй тайм мы сыграли 1-1. А если бы еще второе пенальти поставили, ну, как бы нельзя так. Нужно играть, 90, матч длится 90 минут, поэтому, ну, единственное мое замечание, и за что я их, так сказать, чуть-чуть немножечко был злой, так сказать, вот, я им об этом сказал, что, как бы, 90 минут надо, матч длится 90 минут, не 85, не 76, а 90. Получили удовольствие от, наверное, первого тайма, можно так сказать? Ну, порадовался за Максима Ермоленко, то, что он долгое время не играл, вот, я ему сейчас даю шансы, даю больше времени, поэтому, вы знаете, сказать, что сильно там какое-то удовольствие, да, от результата удовольствие есть, но от игры пока я не получаю того удовольствия, которое хотелось бы, потому что много ошибок, много брака, много передач поперек, назад, вот это меня смущает, все равно некая боязнь, какая-то психологическая, я не знаю, страх какой-то все равно присутствует, вот это меня пугает, я... Надо в этом направлении еще с ребятами поговорить, поработать. Вот этот момент, так сказать, смущает меня немножко. Не могу понять причины, откуда, так сказать, ноги растут. Ну и вкратце о планах на межсезонье, сколько будет длиться отпуск и когда собираемся. Да, получается, мы сегодня сыграли игру, собираемся мы 18 числа. Будет втягивающая неделя подготовки, потом 2 недели основная работа у нас будет, надо будет подгрузить ребят. И плавно потом за недельку подведем их к 21 числу. К игре. Ну и чем будете заниматься в отпуске? Отдохнуть хоть удастся? Честно говоря, я уже забыл, что такое отдых, я не знаю. Честно говоря, сначала нужно будет подумать по футболистам, скорректировать еще план подготовки. Если быстро удастся это сделать, я думаю, наверное, не придется, а и хотелось бы, так сказать, встретиться с Сергеем Михайловичем, пообщаться на многие темы, на многие вопросы, обсудить. Вот. Ну, хотелось бы отдохнуть, потому что я, честно говоря, я уже не помню, когда отдыхал. Даже с юниорами не удавалось этого делать. Ну, надеюсь, может, какая-то неделька и получится съездить куда-то отдохнуть.